Царю святый, благоутробник Господи, многомилостиве, Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога живаго, не хотяй смерти грешного, но яко обратить все и живу быть ему, не полагаю руку мою грешную на главу пришедших к тебе во гресе и просящих у тебя прощения грехов своих, но твою руку крепкую и сильную, которая во святом Евангелии всем, которые держу на глава рабов твоих, Господи, и прошу и молю сострадательнейшее и непомято злобное, незнопамятное твое человеколюбие, Боже Спаситель наш, через пророка Ебанафана, покаявшемуся в своих согрешениях Давиду, отпущение грехов даровавый, и покаянную молитву Манасии принявший сам, и рабов твоих сил, Господи, кающийся в своих собственных согрешениях, прими с обычным твоим человеколюбием, невзирая на все их падения, ибо ты Бог наш, повелевший даже до 70 раз прощать им, падающим в грехи, потому что каково величие Твое, такова и милость Твоя, и Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услышь и помилуй. Милости, жизни, мира, здравия, спасения, посвящения и отпущения грехов рабов Божиих, везде предстоящих и молящихся, Господи.